Сегодня мы рассмотрим второй элемент из паттерна. Первый у нас был угол, второй мы поворачиваем кисть подвеской снизу, либо движение ладонью снизу. Оно идет не просто к себе, а как бы снизу и вперед. Снизу и вперед. Как мы это можем тактически использовать? То есть, если просто противник стоит, мы можем подвеска снизу, подвеска, подвеска. Если идет угроза ножом, мы можем использовать либо так, либо подбив. Если дистанция позволяет, подбиваем предплечьем. Если есть у нас возможность, одежда или что, используем либо подбив, либо захват с последующей контратакой. Также это можем использовать, например, когда мы двигаемся, там открыли, пошли, либо через кольцо снизу, либо вверх. Если идет атака на нижнем уровне, мы будем использовать ровно тот же вариант. То есть, атакуем там. Если пойдет атака в верхний уровень, мы работаем как бы к уху. Варианты. Снизу. Сверху. Сверху. Пустые руки.